посмотрим, что там. Скипин приходит и выбирает, точнее, выбирает, а выбранный вами запах распыляет по номеру и он пахнет. Очень вкусненько. Потом дальше будет разные вопросы. Смотрите, сколько здесь пространства, все в дереве. Просто близко к природе. Травка, муравка, все дела. Солнышко, класс! И это на секундочку, почти ноябрь месяц, сейчас конец октября. Джакузи. Пижачок. Можно вообще устраивать танцы и так далее. Идемте посмотрим, какие комнаты с вами. Так, это спальня. Считается, скорее всего, родительской, потому что здесь king size bed. И, собственно, здесь выход на террасу отсюда. И так, вот такое все в стиле такого вот фирмы Макса. Дерево и остальные тона. Здесь же столик. Можно там даже помахать ручкой тому, кто находится в кроватке. А здесь у нас спальня деток. То есть вот twin bed. И точно так же есть выход на балкончик. Телевизор, естественно, ванная комната отдельная, небольшая гардеробная. Ну, в общем, вот так вот, ребята, кайфушечка! Мы сейчас идем на лучший пляж, который называется Танжерин. Здесь веселье и дискотека круглые сутки. Он славится еще тем, что он находится между двух бухт. И сюда приезжают кораблики с разных отелей посмотреть на этот шикарный пляж. Я не знаю, видно ли вам сейчас, вот они, прям в очереди стоят, каждый друг за дружкой. И вот практически каждый день, после того, как спадает жара, они все спускаются на пляж. Ну, естественно, ходят, попрошайничают, всякие фрукты, вкусняшки. Мы сейчас попробуем подойти поближе. Здесь, конечно, у меня ничего нет. Может быть, я их обману? Отель не перестает удивлять. Это близость к природе, это ощущение просто невероятное.